Итак, вот я стартовал на Linux Mint Cinnamon 18. Вы теперь уже знаете, что очень легко определяется. Вот телефончик подсоединен, седьмой раздел, LMC, Linux Mint 18 Cinnamon, последняя самая версия. Вначале я покажу, что у меня на нем было. Смотрите. Посмотрите-ка, когда вы смотрите мой ролик к Linux Mint Cinnamon 18, там был такой момент, когда я наводил слайд-шоу, и была вот такая вещь. Видите, какое дергание было? Я так полагаю, что у меня это были какие-то ошибки жесткого диска. Теперь, значит, делаем вот что. Значит, я сейчас поставлю снова на запись. Вот я поставил снова на слайд-шоу. Тот же компьютер, тоже железо, просто вот по-новому жесткий диск, как говорится, взял, переформатировал, потому что у меня на нем было парочка ошибок. А вот после, как говорится, переформатирования жесткого диска, что стало? Дерготня тихо и мирно куда-то взяла и исчезла. А я тут грешил, что и драйвера нужно поменять к Simple Screen Recorder, и что сама программа плохо работает. А все дело было в ошибках на жестком диске. Поэтому правильно я сделал, что переформатировал жесткий диск, установил новую таблицу разделов, и все, оно начало, как говорится, нормальненько работать. Поэтому я эту процедуру не могу всем рекомендовать, потому что дело довольно-таки сложное, можно там ошибок понаделать. Ну, если уж совсем, как говорится, там не катит, ну вот, можете, как говорится, сохранить копии своих сборок на внешнем жестком диске, отформатировать жесткий диск по новой. И тогда, значит, это самое, уже пытаться все настраивать. Единственное, что каждый раз при загрузках вам должна помогать программа, поисковик операционных систем. Без этой программы на флешке и думать нечего, что что-то там у вас получится. Сейчас покажу. Для этого нужно внимательно посмотреть вот парочку видеороликов об этой программе, чтобы иметь общее представление. Так, по-моему, в загрузочных флешках. Ну вот, в принципе, вот эти четыре ролика. Мультизагрузчик из Linux, и в нем, кстати, вот эта программа Multisystem, она на флешку ставит уже готовую программу с поисковиком операционных систем. Поэтому, если на нее поставите любой Linux, который она воспримет, то ради бога, значит, у вас она тогда будет выдавать свои эти дела. А как этот пробник спасает положение, вот опять-таки, посмотрите этот видеоролик. Ну и тут вот тоже вот этот видеоролик нормально. Вот такие вот вещи. Без них на, как говорится, формат жесткого диска и установку операционных систем нечего и думать, как говорится, и ходить туда. Вот что я вам скажу. Потому что все это дело выглядит вот таким вот образом. А теперь у меня практически осталась только задача какая? Перенести данные из моей кладовочки на внешнем жестком диске из линуксовской кладовочки и из виндосовской на кладовочке на жестком диске моего компьютера. Вот и все. А так стоит раз, два, там,
18 Cinnamon Express Image и стоит 17.2 и винда. 5 операционных систем. И все грузятся, и все работает нормально. И все они, как говорится, у меня встали под одну гребенку, под ядро самой последней версии на сегодняшний день. Вот таким образом. Поэтому разметка жесткого диска, скажем так, дело муторное. Ее надо затевать, если на жестком диске обнаруживаются какие-то ошибки или что-нибудь там начинает глючить и никакими уже силами, как говорится, не спастись, ну тогда это может помочь. У всех и всегда далеко не уверен. Но тем не менее, значит, вот у меня, по крайней мере, удалось избежать глюка на 18-й версии при записи программы скрин-рекордов. Ну ладно, всем удачи, до новых встреч.